За прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции республики выявили почти 2800 нарушений правил дорожного движения. 95 из них – управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. Нарушители привлекли к административной ответственности, а материалы направили в суд. Им грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Еще 20 уголовных дел возбудили за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За такое нарушение можно на 3 года лишиться свободы. С 7 по 13 февраля на дорогах республики произошло 9 аварий. 1 человек погиб, 14 пострадали. 1 марта вступит в силу приказ Минздрава, который установит новый порядок обязательного медосвидетельствования. Теперь водителям, которых ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде либо за отказ от медосвидетельствования, а также судимых за ДТП в нетрезвом виде или повторное управление пьяным, для получения медсправки потребуется сдать еще и анализы.